Здравствуйте! Сегодня речь у меня пойдет опять о цветах. Вот такая вот красота у меня под пальмой растет. Все обросши. На вечер закрываются, треугольничками такими становятся. Вот так вот сверху смотрится. Это у меня пальма финиковая, ее целиком и не покажешь. Но большая уже. Такое основание. Мне вот этот нравится. Цветет розовенькими еще. Оксалис называется. Это тоже он же, только другой сорт. Весь оброс. Днем прям весь он распускается. Там земли не видно. А речь сегодня вообще пойдет о вот этом красавце. На майские праздники расцвел мой второй каланхоэ, который был совсем маленький-маленький, там сантиметра два он был. У него вот сейчас отводочка вот такая. Вот она даже больше, чем был весь вот этот вот, когда я у тети брала отводку. Большая была отводка, меньше даже, чем вот этот. А этот сам был еще меньше, чем и тот, и другой. Короче, вот такая красота расцвела. Тут бутоны. Сам вот так расцвел. Ну вот это в особенности для тех людей, которые говорят, что каланхоэ дома не цветет. Вот, ребята, цветет. Причем посажен прям вот такой маленькой фитюлечкой. Вырос и расцвел. Он когда начал подрастать, был одним росточком. Я его прищипнула, получилось два. Вот эти два растут, развиваются, на обоих уже цвет. И тот маленький, это я макушку прищипывала и тоже посадила. Вот из этой макушечки, из двух листочков, уже вот так еще выросло. Вот такой каланхоэ. Дочери, которая на 8 марта дарила, цветет тоже прекрасно. До сих пор цветет. Вот уже 1 мая. Уже сегодня даже 2. Ну, цветет. На День Победы, думаю, и вот это все распустится уже. Неприхотливый цветок на самом-то деле. Вообще-то это же живое дерево. Никакой сложности в уходе нет. Обычная земля, естественно, если вы купите хорошую какую-то землю, добавите туда раздрыхлителя, перлита, например, на низ дренаж положить. Но дренаж у меня внизу здесь лежит, а земля самая обычная. Прям вот можно в ограде набрать и все, и посадить. У кого более-менее земля, ну, не совсем глина. Вот так прекрасно растет. Цветет. Меня радует. Дочь мою радует тоже. Вот в следующий раз к тетке поеду, она там хвалилась, что у нее еще есть какие-то белые вроде, еще какие-то есть розовые, по-моему. Надо будет у нее тоже отщипнуть, если подросли уже. И посажу тогда в один горшок, и будут все цвести разными цветами. Вот если три расцветки, все три будут в одном горшочке. Можно так даже посадить. Можно рассадить, конечно, по-разному, а можно и в один. Никакого криминала не будет. Вот я там прищипывала, даже видно где. Вот макушку прищипнула, получается. Из одной начала развиваться. Вот оно. Вот прищипнула здесь. Одна частичка развилась. Одна ветка пошла. А вторая не стала. Засохла и все. А это, получается, я прищипывала и садила рядом тоже. Да, получается, вот этот был один. Я прищипнула, второй развиваться не стал. Эту прищипку посадила рядом. Она вот выросла.
И отщипывала еще, наверное, от того я уж не помню. А, от того я отщипывала как раз вот эта прищипка. А вот ту прищипку посадила, вот она растет. То есть его можно отщипывать и садить. Прям буквально вот самая макушка, верхние два листочка, просто поставили на землю, не сильно даже не прижимать, ничего, чтобы не повредить. Воткнули просто в землю, полили и забыли не трогать, не колупать, иначе корни очень тоненькие у них, будут повреждаться и не приживется. А так, отщипнули, воткнули и забыли. Как драгоценные камни прям там сияют на нем. Полила его, опрыскала. Ну, вот такой вам подарок от меня на майские праздники. Там покажу еще дальше дочерин, как расцвел, как цветет дальше, продолжает. И еще один питомец будет в том ролике. Так что смотрите дальше. Тот каванхой, который я дочери на 8 марта дарила. Цветет прекрасно. Стоит он у нее на западном окне. И до сих пор цветет. И даже по новой бутончике еще выпускает, смотрю. То есть он и не собирается прекращать цветение. Это у нас тут бананчик. Банан. Банан. Красавец. А, красавец. Вот он, красавчик. Такой красавец у нас. Котяра. Кто там? Опять птички поди. Или кто-то ходит? Она. Серьезно, куда деваться? Банан. А, банан. Да ты маленький. Ой, серьезный кот. Вот, усищи. Усищи, кто такие отрастил усищи?